Здравствуйте, какой-то пожар, смотрите, полиция вот там, он хочется снять, но и полиция стоит, вы видите? Сейчас я буду проезжать и скажу вам, что же это у нас горело. Вот смотрите, подпалили какие-то придурки траву, смотрите, а там у нас газовая, это, видите, вот смотрите, а там газовая установка, которая подает газ. Уже вы видели, аварийка приехала. Вот, кто-то бросил сигарету, с машины ехал и пошел. Ай-яй-яй-яй-яй, где же пожарка? Где же пожарка? Вы посмотрите, все горит. А мы... Ой-ой-ой-ой. Так уже ж горит давно, где же пожарка? Приехала аварийка желтая, видели МЧС, где полиция стояла. Это там распределитель газовый стоит. Сейчас туда дойдется, не дай бог рванет. Боже мой! А пожарки нету. Вот это вот да. Вот интересно постоять, посмотреть. Когда же пожарка приедет. Ну что, пожарки я не дождалась. Вот сколько ехала по городу, здесь там поворот, где пожарка, то не было. Но будем надеяться, что все будет нормально. Сегодня я пришла в парикмахерскую до Маши на маленькую стрижечку и укладочку. Хотела, конечно, завтра. Но завтра Маша не работает. Ну, на встречу. Ничего, будет держаться. Так что, потому что мне уже очень жарко, я не хочу сильно снимать. Потому что вы мне говорите, так лучше. Так что идемте к Машуне. Смотрите, какой этот кленчик зеленый. А осенью, помните, когда мы приходим, желтый-желтый, красивый-красивый. Я вам покажу его обязательно. Хотя у меня есть видео с этим кленом. Вот моментально желтый становится, моментально опадает. Жарко, конечно. Так что уже все, я красивая. Показать вам все, сейчас покажу вам. Машулька наша, смотри, какая красавица, ой, да? Ой. Красавица, красивая и стройная. Миллионы. То не ее, то за краску. Так, ладно, собираюсь. Спасибо, девочки. Ну что, мои хорошие, вот я подъехала к этому месту. Смотрите, ну кое-где там дым идет, но потушили. То есть за время отсутствия, посмотрите как. Пока я была в парикмахерской, все нормально. Не знаю, кто потушил. Вот здесь вот выгорело частично. И вот сейчас я вам покажу. Вот там немножко еще дым идет. Где находится вот эта вот газовая станция, о которой я вам говорила. Я, честно говоря, переживала. Вот оно пошло как-то по низу. Видите, здесь. И там еще, вот тоже дымится там. Но оно тут как болото внизу. Видите, вот черед он растет. И он до конца не потушил. Он дымится. Но в любую минуту может... А, ребят, так... Вон пожарка стоит, смотрите. Сейчас мы доедем. И вот она стоит там, где у нас это компрессорная. Или как она правильно называется. Я так по тротуарчику еду. И здесь вот вода, видите, наливали. Здесь спасло, что маленькая там, наверное... Да нет, ну там все пересохло. И они все, внимание, тут не дошло, слава богу. И вот они стоят возле этой станции газовой. Что, не дай бог, если пойдет дальше, то они будут принимать меры. Вот она, пожарка. И вот поворот на эту станцию. Вот он, видите, туда там заросло все, конечно, немножко. Но не станция, а там такие трубы, клапаны перекрывают. Ну, газ, короче, подают нам туда на путь. Вот видите, стоит она. Пожарка сидят, ждут. Одеты полностью. Ну, слава богу. Все хорошо, так что слава богу. Ну что, мои хорошие, пожар потушили. Это самое главное. Пожара нету, жара бешеная. И вот это маленькое видео. Я хочу сказать вам, что, пожалуйста, заходите на канал «Жизнь помимо кастрюль». Это новый канал, который открыла, мы открыли. Это там будут семейные видео. То есть там, если будут рецепты, то только те, которые будут готовить члены моей семьи, мои знакомые. Я на том канале готовить не буду. Там будут только вот истории жизненные, куда мы поехали, куда мы попутешествовали с семьей. Так что, пожалуйста, подписывайтесь. Это канал наш, семьи Ковальчук. Все, мои хорошие, до свидания, до новых встреч.
на том канале, на другом канале. Тут канал пока не знаете. Так, подпишитесь, пожалуйста. Там сильно много видео не будет. Он как резервный. Но все равно прошу, чтобы вы подписались. До свидания, до новых встреч. Я вас люблю.